Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, ребятки. Как всегда, играем в МТА на сервере CCD Планета номер 5. И сегодня, ребятки, это 9-я серия фартового номерка. Вкратце объясню правила этого шоу. Мы будем покупать, ребятки, с вами за серию 10 окушек и пробовать выбивать с них какие-то блатные номера. Как раз мы подъезжаем, так потихонечку крадемся к автосалону, где продаются вазовские машины. Как раз нам потребуется окушка. То есть за один раз мы, ребятки, можем купить с вами две машинки. Кстати говоря, многие спрашивали, как типа я покупаю, у меня же нет мест. Видите, у меня парковочные места 2 из 2. Но именно окушка — это единственная машина, которая покупается, ребятки, и не занимает никакого места. Также, почему именно две машины за раз мы покупаем, мы не можем, ребятки, иметь в F3 не можем иметь более двух тачек одинаковых абсолютно. То есть три окушки нельзя, ребятки, в F3 иметь. Итак, залетаем в автосалон. В прошлой серии я вам говорил, ребятки, чтобы вы писали комментарии. Из комментариев я буду выбирать рандомные регионы. Этим мы, ребятки, сейчас и займемся. Я здесь открыл на телефоне непосредственно ваши комментарии и буду выбирать сейчас какие-то любые. Также их буду выводить на экран, как и обещал. Первый, ребятки, комментарий, который я увидел, сил 43, нижнее подчеркивание, 69 регион. 3 лайка от комментария уже набрал. Давайте его выберем, передадим привет этому региону. Так, 69, сейчас мы его быстренько найдем. Вот он, 69-й, это получается у нас Тверская область, ребятки. 69 регион, Тверская область, всем привет. Этот комментарий написал сил 43. Так, братишка, для тебя открываю окушку, возможно, что-нибудь выпадет прикольное. Давай выберем, например, какой-то... Какой мы цвет не выбирали? Давайте какой-нибудь такой вот, не знаю, мятный. Кстати, мятного ни разу цвета у нас, по-моему, не было. Такой между таким голубоватым и между таким зеленоватым таким. Вот, я думаю, плюс-минус около того. Да, вот так, да... Нет, слишком... Но, в принципе, мятный цвет, я думаю, я передал. Все, в принципе, больше ничего больше не будем делать. 69 регион, мятная окушка, посмотрим, выпадет нам что-то или же нет. Погнали. Нажал я купить, и нам, ребятки, ничего, к сожалению, не выпадает. Тоя 229, это, ребятки, никуда не годится. Переходим к следующему, соответственно, комментарии, покупаем вторую машину. Кстати говоря, под прошлым выпуском вы довольно-таки активно писали комментарии, набралось уже целых 15 комментариев, что, в принципе, довольно-таки неплохо. Кстати говоря, ребят, не забывайте под этим выпуском тоже писать комментарии, с каким регионом вы хотите, чтобы я открыл в следующий раз. То есть я выбираю ваш комментарий рандомным образом, вывожу его на экран и также, соответственно, открываю одну машину с вашим регионом. Я думаю, будет довольно-таки прикольно и приятно, поэтому не забывайте оставлять свои комментарии. Следующий, ребятки, регион, давайте откроем 34-й регион. Написал Silent Music, написал, давай 34-й регион. А без проблем, почему бы нет, давай откроем 34-й, посмотрим, кто это, и передадим им привет. Это, ребятки, Волгоградская область. Волгоград, всем привет. И кто с этой области, соответственно, тоже всем привет. 34-й регион. Давайте, ребятки, по классике выберем сюда черный обычный цвет. Такой просто черный цвет на 34-м регионе. Посмотрим, что-нибудь выпадет нам или же нет. Надеюсь, что-нибудь хорошенькое да выпадет. Поехали. 34-й регион, ребятки. Итак, О310ХВ. На 34-м, к сожалению, нам ничего не принес этот регион, но ничего страшного. У нас, ребятки, еще остается целых 8 машин. Это довольно-таки большой шанс что-нибудь выбить. Тем более, что, возможно, я выберу именно ваш комментарий, ребятки, поэтому не забывайте обязательно оставлять. Все, сейчас я их непосредственно продаю. Кстати говоря, в каждой серии я это повторяю, потому что, возможно, новые люди приходят и не совсем понимают, как это все происходит. То есть покупаем мы окушки, две можем купить, затем едем их продавать на рынок БУ. Мы покупаем, соответственно, за 25 тысяч, а продаем за 17 500, при этом теряя 30% примерно от стоимости новой машины. То есть всего 10 машин, ребятки, стоит открыть 75 тысяч ровно. Все. Это, в принципе, я думаю, что такое, что нужно знать тем, кто не так давно зашел. И также, ребятки, не забывайте подписываться и прямо сейчас нажмите лайк. Все, и уже непосредственно вернемся на третьей тачке. Еще, кстати говоря, ребятки, пару слов хотел сказать по поводу комментариев. Если вы написали комментарий, например, под предыдущим роликом, и я не выбрал ваш комментарий, не отчаивайтесь, без проблем пишите под каждым видео про фартовый номерок. Обязательно когда-нибудь вам улыбнется удача, и я выберу именно вас, потому что, ну, как бы сами понимаете, я всех выбрать не могу, потому что комментариев довольно-таки много, но, по сути, комментариев всего лишь 15, машин 10, то есть всего лишь, получается, 5 человек не попадает именно в эту серию. Возможно, ребят, если вы напишите под этим роликом, уже вы пойдете в следующую серию. Поэтому не отчаивайтесь и спокойно можете писать. Далее, ребятки, давайте выберем, например,
Какой вот здесь, например, написал Егор Виноградов, 35-й регион. Кстати говоря, у нас сейчас 34-й стоит, а прям следующий это Вологодская уже область. Вологда. Всем привет, ребят, я тут с этой области. Этот комментарий написал Егор Виноградов, 35 просто написал. Давайте, почему бы и нет, попробуем на 35-м, как раз недалеко от Волгоградской области, я имею в виду по циферкам. Давайте что здесь сделаем? Цвет давайте не будем трогать, здесь стоит такой темно-коричневый, давайте чисто потрем номера, возможно нам это как-нибудь да поможет. Просто так вот возьмем, потрем их хорошенечко, может быть что-нибудь да выпадет, и нажмем купить. Посмотрим, 35 регион, ребятки, О265ТН. Что-то, ребятки, нам абсолютно какие-то левые номера падают, даже не какие-то там плюс-минус похожие на какие-то, ну, такие блатные номера, мягко говоря. Так, и Теслу надо убрать, чтобы ее никто не стырил. Ладно, не повезло нам на 35-м регионе, но ничего. Давайте откроем теперь четвертую, ребятки, машину уже по счету и выберем следующий комментарий. Следующий комментарий у нас написал Зрелый Поц, или Поз. Написал Go 55-й регион, без проблем, давай, почему бы нет. 55-й, ребятки, это у нас Омская область. Всем привет, ребятки, с Омской, кто с Омской области, также привет городу Омск. Посмотрим, выпадет нам что-то или нет. Давайте просто, ребятки, например, потыкаем здесь машины вот так вот снизу наверх. Потом сверху вниз, соответственно. И опять вернемся наверх. Все, окушку выбрали. Стоит у нас 55-й регион, это Омская область. Покупаем. И нам здесь, ребятки, выпадает МУК-437. К сожалению, опять нам ничего не выпадает. Не знаю, когда нам что-нибудь вообще нормально такое более-менее выпадет, хотя бы полублат, я жду хотя бы одинаковые циферки или одинаковые буковки, хоть что-то уже, чтобы просто я понимал, то, что эта схема реально работает и стоит вообще пробовать выбивать какие-то нормальные номера. Кстати говоря, в будущем, когда, возможно, появится седьмой CCD, я думаю, что там эта тема будет более чем актуальна, то есть там будет доступно, считай, с самого начала, если вы залетите, я думаю, там без проблем можно выбивать полублаты, то есть работать и чисто открывать какие-то, правда, наверное, лучше открывать уже будет не окушки, например, а машины, которые, если не ошибаюсь, стоимостью более 300 тысяч, так, что-то по встречке постоянно гоняет, чтобы для того, чтобы можно это было номер снять, потому что на новом сервере будет довольно-таки прикольно. Все, ребят, 4 машинки мы пока что открыли, осталось 6, почти половина, непосредственно вернемся к 5-й машинке. Все, ребят, 5-я машинка у нас готова, теперь непосредственно будем выбирать комментарий и... будем выбирать комментарий, хотел что-то еще добавить, не знаю что. Следующий комментарий у нас прислал Никт Пешков, наверное, Никита Пешков. Он написал, короче, 123-й регион, или 93-й, или 23-й, одно и то же. Давай, давай, почему бы нет. Из этих трех давайте выберем, например, 123-й, а почему бы и нет. 1, 2, 3, если не ошибаюсь, это, по-моему... Так, подождите, сейчас не буду, самое главное, опозориться, по-моему, Краснодар или нет? 123, да, все-таки я не ошибался и мог сразу говорить не очково. 93-й тоже Краснодар, и 23-й, давайте посмотрим, тоже, как я понимаю, соответственно, Краснодар, да. Ну, давайте 123 из этих трех выберем. Я думаю, что, в принципе, неплохо, кстати говоря. Я эти машины видел в реале, потому что я был в Краснодаре. Всей Краснодарской области, ребятки, всему морю, всем привет. Соответственно, непосредственно городу Краснодар. Все. Что я сделаю с этой машинкой? Давайте поменяем цвет на белый. Почему бы и нет? Обычно мы ставим черный по классике, но поставим чисто белый цвет. Будет такая у нас белочка. И 3 раза нажмем на кнопочку «Купить». 1, 2, 3. Все. 123 регион, Краснодар. АМА 296. К сожалению, ребятки, ничего, ничего нам не хочет выпадать. Сюда бы еще бы одна ашечка вписалась бы довольно-таки неплохо. Если было бы 3А на 123, было бы нормально. Так, ладно. Переходим, ребятки, непосредственно к шестой тачке и к следующему комментарию. Следующий, ребятки, комментарий. Так, подождите. Закрыл. Давайте выберем, например, кого вы не выбирали. Вот, Саня Кат. Привет, Саня Кат. Ты написал 69 или 53. Кстати говоря, 69 мы уже открывали, поэтому выберем 53. Это у нас Новгородская область, ребятки. Всему Новгороду привет. Так, что можно, ребятки, сделать? Я даже не знаю. Давайте, может быть, приблизим номерочек и потрем именно циферки. Именно сейчас я хочу, ребятки, с 53-го региона, региона вытащить, ребят, какие-то хорошие циферки. Надеюсь, что это поможет. Новгородская область, все. Потер хорошенечко, прям от души так потер. И покупаем. 6-я машинка, 53-й регион, Новгород.
SOV532. Что-то нам вообще, ребятки, в этой серии прям никак не хочет вести. Не знаю, может быть, нам что-нибудь затаилось, и под конец нам что-нибудь выдаст такое хорошенькое, прям какой-нибудь, может быть, даже Full Blood. Не знаю, посмотрим, возможно, нам когда-нибудь что-нибудь да выпадет. 6 машин, ребятки, мы тем временем открыли, получается, 6 комментариев мы прочитали. Не забывайте писать свои комменты, чтобы попасть ко мне в ролик. Все, ребят, переходим уже непосредственно к 7-й тачке. Кстати говоря, ребят, я еще хотел сказать, кто работает, кто работяга и работает на Tesla Cybertruck на работе, разводит гизельные генераторы, по моему совету, так как это самая выгодная на данный момент работа на CCD. Я, ребятки, недавно выпустил видео про настроечку именно на эту машину, на Tesla Cybertruck. Настройка очень топовая, вот она сейчас у меня стоит. Разгон просто бешеный, я не знаю, прям офигенный чип, если честно. Я вам всем советую посмотреть, там я выбирал между 4 чипами целыми, да. Один был приватный, но он оказался по факту не такой уж и крутой. В общем, ребят, из 4 чипов я выбрал самый топовый, и вот он у меня сейчас стоит, и я прям не могу никак нарадоваться. Тачка очень классно себя ведет, поэтому всем советую посмотреть этот ролик. Там в описании вы можете найти непосредственно этот чип. Все, 7-я машинка, ребятки, и 7-й, соответственно, комментарий. Давайте выберем комментарий. Макс SBS GSGGD. Не знаю, почему так он написал. Окей, это написал он хэштег Хомка 78 регион. Хомка, я его знаю, привет тебе. Также, так, он написал, получается, 78. 78 это у нас Питер, кстати говоря, мы его уже открывали, даже много-много машин. Есть отдельная серия, посвященная Питеру и Москве, и там еще прям, я потому что раньше, ребятки, снимал, именно 10 машин открывал только, например, на 78, поэтому вот интересно будет смотреть тем, кто, например, 78 или 77, там довольно-таки интересно на самом деле получилось, чекните, я вам всем советую. Итак, 78-й Санкт-Петербург, всему Санкт-Петербургу и области Санкт-Петербургской, соответственно, привет. Давайте, что я не знаю, что мы еще, ребятки, с вами не делали. Давайте просто, ребят, откроем эту машину за лайк. Вот просто, ребят, прямо сейчас, поставьте просто сейчас прям лайк. Также нажмите кнопочку подписаться, если она у вас горит красным, сделайте ее серым. И нажмите колокольчик для того, чтобы не пропускать новые ролики. Потому что они каждый день, ребята. Все. Я думаю, что вы все эти условия сделали. И осталось последнее условие написать комментарий с регионом, который вы хотите видеть в следующей серии. Также, ребятки, вы можете попасть прямо на экран и увидеть себя. Мне кажется, это будет довольно-таки приятно. Все. 78 регион, Санкт-Петербург. Я думаю, что все выполнили эти условия. И погнали. Надеюсь, что выпадет что-нибудь красивое. Поехали. Питер. ВТЕ 712, ребята. Чё-то нам сегодня никак фортуна не улыбается, я не знаю. Так, ну что, ребят, на подходе у нас 8-я машинка, получается, мы открыли на питерском, ничего у нас не получилось. Заходим, и теперь, ребятки, выбираем следующий комментарий. Выберем комментарий человека под ником Фони. Он написал 54-й регион. Так, подождите, случайно я его не выбирал? Подождите, у нас же был... нет, у нас был Новгород. 54-го вроде бы не было, если я ошибаюсь. Новосибирск, по-моему, не было, ребята. Если честно, я что-то уже даже забыл. Потому что сейчас по техническим палаткам пришлось прерваться, поэтому вроде не было. Ну, ладно, если было, то извиняюсь. В общем, Фоня написал 54-й регион, без проблем берем его регион. Это Новосибирская область, Новосибирску привет. И давайте поставим сюда какой-нибудь такой вот красненький, например, цвет. Пускай будет, а почему бы и нет. Давайте даже вот такой вот не яркий, а вот такой вот темный какой-то вот. Такой, наверное, темно-вишневый, что ли, или около того. Все, 54-й регион, поехали, 8-я машинка, ребята. Итак, О212RE. Уже, ребятки, нам фортуна маленечко улыбается, вроде как. Почти что какой-то более-менее хороший номерок выпал бы, если бы посерединке, конечно, была бы еще одна двоечка. Ладно, перейдем уже непосредственно, ребят, к следующей машине. Следующая у нас уже будет под номером 9 и 10, то есть следующий заход у нас будет последним. Все, ребят, встречаемся тут же. Итак, ребятки, предпоследнюю окушку сейчас мы будем покупать в этой серии. И, ребятки, следующий комментарий написал игрок, точнее, человек с подником Владислав, кстати говоря, мой тезка. Он написал 92-й регион. А почему бы и нет? Владислав, тебе привет. И выберем 92-й Севастополь. Кстати говоря, довольно-таки, мне кажется, редкий регион. Не так часто встречается в игре. Всему Севастополю, соответственно, привет. Так, давайте, что я не знаю, что мы еще не делали. Давайте, может быть... Давайте регионы полистаем вот так вот туда-сюда, туда-сюда, всякие такие различные. И выберем в концовке 92-й, приблизим его вот так вот, чтобы его было хорошо видно, и непосредственно откроем. 9-я машинка, 92-й, поехали. О, 322 НК, опять, ребятки, промах.
Все, последний шанс. Я думаю, что Фортуна должна улыбнуться нам на следующем комментарии. Надеюсь, что все-таки нам повезет. Убираем. Так, это, в принципе, хотя можем окушку даже не убирать, пускай она стоит, она все равно пойдет на продажу. Итак, ребят, ищу я, значит, следующий комментарий. Следующий комментарий у нас пускай будет от игрока. Так, какого игрока? Например, вот от игрока с ником Мистер Таст. Он написал 102 регион. Без проблем, почему бы и нет. 102 республика Башкортостан. Ребята, Башкортостан, всем привет. Привет этой республике. 102, кстати говоря, по-моему, я видел и не раз уже. Ну, то есть такой, хотя, наверное, тоже относительно редкий, но я думаю, что что-нибудь можно отсюда выбить. Так, давайте выберем цвет. Давайте выберем цвет. Давайте сюда выберем черный. Черный и дополнительно выберем тоже черный. Все, ребят, последняя машина. Надеюсь, что все-таки нам повезет. Вот так сбоку поставим. Или давайте так даже как-то сверху. Все. Надеюсь, что получится. Поехали. 102 регион. АЕХ845 на 102. Ребят, к сожалению, опять промах. Что-то у нас никак не получается выбить что-нибудь такое прикольное. Но ничего, не будем расстраиваться, ребятки. Не забывайте писать свои комментарии обязательно под этим роликом, чтобы попасть в следующий. Вам нужно просто написать, ребятки, какой регион вы хотите, чтобы я открыл. Все, в принципе, будем на этом заканчивать. Я поехал, ребятки, продавать эти окушки. И вы не забывайте, ребятки, ставить лайки, не забывайте также подписываться, если у вас кнопочка красным цветом, сделайте ее обязательно серым, чтобы вы были подписаны. И также, ребятки, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео, тем более, что они выходят, ребятки, каждый день. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.